назад отошли. У нас проверка масочного режима. Это у вас, это у кого? Прекрасно. Масочный режим. Я говорю, документы достаем сначала все по порядочку. Так. Вы что думаете, толпой пришли, мы вас испугались? Вас тут никто не боится. Кто у вас? Мы пугаем. Да вы что? Смотрите. Полтора метра отошла, подожди. Отошла на полтора метра. 15. Как хочу, так и разговариваю. 615, 316. В чем проблема? Пункт 4. Вы кого разводите? Вы показывайте свое постановление. Ну, показывай постановление. Что, будем разговаривать? Принимали. Вы что думаете, на дураков напали? Да мне все равно, что действует. Работодателей. Показываем. Я согласно закону здесь работаю. Правильно? Вы по закону пришли? Конечно. Вы по закону пришли? Конечно. Показываем. Доверенность. Предъявить. Ну показываем, что стоим-то, я не пойму. С этими лицами. По приказу 615 колокольчик. Вы что думаете? Милицию привели, все испугались, что ли? Сейчас это я вызову сюда. Вы пугаете, зашли толпой тут что-то, мне угрожаете. Какие-то постановления. Вы пока на словах все мне только говорите. Держите, ваши я вам слова. Говорю, четвертый пункт. Указ. Удержите, что вы, читаем. Указ Путина. Что? Там также читаем. Указано, в продуктовых магазинах выходите, всех штрафуете. Вы это незаконно делаете. Вот указ президента. Ваш указ президента, как вы любите. Что? Еще вам что-то подарить? Я вам подарю, у меня очень много всяких документов. Вот ваше распоряжение Текслера, которое вступает в силу после его подписания. Перед нами вообще рейды были к вам? Выходили? Заходили и выходили отсюда. 4 рейда было. Зашли и вышли. Еще вопросы есть? То есть были, да? Были. Да. К нам уже никто не заходит. Кто его услышал? Потому ну все. Вы сами неправомерные действия совершили. Фамилию, Фамилию называй. Называй фамилию, говорю. Называй. Он не имеет права, я закон знаю, у меня юридическое образование. Фамилию называй. Вышел отсюда тогда. Вышел отсюда, говорю. Так не надо разговаривать. Это мой магазин, как хочу, так разговариваю. Я знаю закон. Пошел отсюда, говорю. Все хорошо, поняли вас.